там, меньше 10 шрифта по практике использовать нежелательно. Если речь идет о каких-то рекламных плакатах, то здесь вообще риски возрастают многократно, потому что, ну, допустим, реальный спорт, когда была размещена, был билборд такой на МКАДе, где указана реклама финансовой услуги, внизу был написан текст. Этот текст не читался, если ехать на машине там, со скоростью 80 км в час, но он читался, если остановиться и прочитать. Финансовая организация говорила, что прочитать его можно, ФАС говорил, что на МКАДе никто не выходит и не читает рекламу, но с этим, в общем-то, сложно не согласиться. В итоге, по-моему, там рассмотрение продолжается в первой инстанции, насколько я знаю, как ответственность организации была привлечена. Но здесь просто как общие рекомендации, если вы делаете такой плакат и не уверены в том, что это читаемо, лучше, в принципе, отказаться от конкретных цифровых условий, там, допустим, кредит 28%. То есть просто быстро, дешево, удобно, лучше из возможного это только если вы можете это подтвердить, а быстро, дешево и удобно — это те фразы, которые просто могут заменить указание конкретных цифр, но об этом чуть позже скажу. Что касается вот примера нарушения общих требований к закону, которые установлены законом о рекламе, вот слева это мое любимое.